Здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас у себя на канале. Вашему вниманию хочу предложить вот такую вот красивую, очень вкусную и ароматную горячую закуску, которая исчезает со стола за считанные минуты. В первую очередь нужно очистить шампиньоны. Ножки от шампиньонов нарезаем мелким кубиком. Также мелким кубиком нарезаем лук. На раскаленную сковороду я отправляю фарш. В моем случае это свинина, но можно использовать абсолютно любой. Я не добавляю никакого масла и буквально 2 минуты прижариваю фарш для того, чтобы он хорошо разошелся по сковороде. Добавляю сюда грибы и буквально еще 2 минуты на большом огне. И добавляем луковицу. Все перемешиваем, заправляем по вкусу, добавляя соль, перец и обжариваем до готовности буквально 5-7 минут. Остужаем наш фарш, добавляем сюда еще соль и перца по вкусу, сметану или же можно сметану заменить на майонез и добавляем твердый тертый сыр. Все хорошо перемешиваем. И вот такая красивая начинка для наших грибов получилась. На противень я выстелила фольгу и выклала шампиньоны. Шампиньоны берем более такие большие. Чем больше шампиньон, тем ваша закуска будет вкуснее. И выкладываю сверху начинку. И наши грибочки отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. И вот вы видите, грибочки в объеме уменьшились, они пустили сок и стали румяные. И вот в итоге такая быстрая, легкая закуска у нас получилась. Она очень сочная, ароматная и красиво смотрится на праздничном столе. Я когда такую закуску готовлю на какой-либо праздник, она всегда на праздничном столе разметается первой. Ну что ж, друзья, вот такое вот видео. Я надеюсь, что оно стало для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада. До новых встреч. Всем пока и с наступающими вас праздниками.